стороны соскочил сегодня пар Герц. Купил себе какой-то коктейль. Коктейль хорош. Прослушиваю хорошую музыку. Сейчас идет лайв группы Slayer. Там Тома Рай орет, как не в себе. Люблю группу Slayer, слушаю с наслаждением. Сейчас повар мне готовит офигенную какую-то шаверму или шаурму. Я не врубаюсь в эти иностранные названия. Ну, что-то такое прикольное. Так что вечера здесь можно коротать. Довольно-таки прикольная атмосфера. И мне здесь нравится. Я здесь провожу иной раз концерты. Такие как Winter Trash, майский трэш, апрельский трэш. А вот как раз у нас и шаверма. И да. Обязательно. Лучшее меню города. Говорят, какой-то тут фирменный соус применяется. Не знаю, не знаю, но буду пробовать, буду пробовать. Да, еще, кстати, я, между прочим, здесь сегодня нахожусь, потому что у меня отменили концерт сегодня. И перенесли его на 6 марта, на Масленицу. И поэтому я пришел сюда, как уже настроился, а тут у нас Slayer играет. Вот как бы решили заменить группу «Адовый мужик» группой Slayer. Ну, тоже неплохо, я рад. Приходите все 6 марта на Winter Trash, который перенесем на Масленицу. Будем жрать брутальные блины. Вау!